Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Крыловецкий, вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автоателье в России, и мы сегодня с вами посмотрим на очередной проект по перетяжке салона автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150-м поколении, и поехали! Выполнили мы этот проект из эко-кожи Напа черного цвета, сделали декоративную отстрочку, весьма необычную, весьма нетривиальную, такую сложно встретить на сайтах любых компаний, которые занимаются тюнингом, но, по-моему, этому автомобилю такая отстрочка очень даже к лицу или к обивке. Здесь можно поставить поролоновый наполнитель в стиле Lexus LX и добавить, например, подколенную опору. Тогда это кресло станет по-настоящему удобным. Ну а чтобы оно стало еще и более настраиваемым, туда можно доустановить функцию поясничной пневматической опоры и даже добавить пару опций комфорта. Это вентиляция сидений, конечно же, массаж. То есть, в принципе, любое кресло Toyota Land Cruiser Prado можно действительно превратить в Lexus. Хотите узнать как? Посмотрите наши видеоролики, вот здесь будет ссылочка на них. Я же думаю, что сам проект, хотя и достаточно яркий, но в целом вам достаточно хорошо должен быть понятен, какой же это практичный, долговечный материал, который мы применяем уже много лет и накопили гигантский опыт по его использованию, эксплуатации, а следовательно мы точно знаем, каковы его параметры, характеристики, сколько он прослужит, ну а этот дизайн выделяет машину среди прочих. Что еще нужно для владельца автомобиля, который будет этой машиной пользоваться регулярно? А, вот что. А нужно ему сделать еще и аквапринт. В данном автомобиле мы выполнили покрытие штатных декоративных серебристых элементов черным рояльным лаком. И вот незадача. Вижу, что пара деталек все-таки оказались с нами нетронутые. Мне кажется, они должны тоже были бы быть сделаны черным лаком. Какие? Узнаем, надеюсь, из ваших комментариев к этому видео. Ролику. И вообще, нам очень приятно, когда вы не просто реагируете лайками или дизлайками на наши ролики, но и что-нибудь нам пишите. Пожалуйста, не жадничайте, уделите 10 секунд вашего времени, напишите о своих чувствах, эмоциях, которые вызывают у вас такой салон и наша работа, и мы будем вам беспредельно, бесконечно признательны за это. Все наши постоянные зрители, даже подписчики, те, кто комментирует, знают, что когда к нам обращаются, мы особенно тепло и дружелюбно общаемся именно с нашими постоянными подписчиками, зрителями и комментаторами. И это тоже в каком-то смысле некоторое вложение в наши будущие с вами, надеюсь, отношения по переделке вашего автомобиля во что-то более привлекательное, комфортное, уютное. Ну что ж, я должен заканчивать и хочу сказать напоследок одно, что переделать автомобиль и сделать его по-настоящему привлекательным можно не просто в нашей компании, а очень-очень индивидуально. Это означает, что если вам понравился дизайн от Mercedes и вы хотите его, например, видеть в автомобиле Lexus, то силами наших специалистов это можно воплотить. Ну, а если хочется чего-то действительно необычного, действительно особенного, дизайнерского, то у нас есть специалист, который предварительно отрисует вам несколько дизайн-проектов, и мы будем рады их вам презентовать для того, чтобы вы выбрали тот, который сделает ваш автомобиль по-настоящему уникальным и неповторимым. Ну, а увидеть, как именно вся эта красота делается, можно в наших аккаунтах в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук, на Drive2 и в ТикТоке. Ну, и я, конечно же, еще раз напоминаю, что на наш канал стоит подписаться, потому что каждый день выходит новое видео, и чтобы не пропустить его выход, кликните на колокольчик. А я желаю всем здоровья, будьте счастливы, будьте здоровы. Пока!